Удивительно, но 80 лет – самое время для творчества. В галерее «Парабола» открылась персональная выставка художника по ткани Эльзы Калюжиной. Юбилярша своего возраста не стесняется, напротив, гордится им. Окружающие не перестают удивляться. Эльзе Васильевне ну никак не дашь 80. Она не скрывает свой возраст и правильно делает, потому что когда тебе 80 лет, и когда у тебя столько эмоций, и когда у тебя столько творческого запала, и желание показать и себя, и свое искусство, и доставить радость всем нам и зрителям, которые придут в галерею «Парабола», это дорогого стоит. И каждому из нас 80 лет выглядит так замечательно, как выглядит Эльза Васильевна. Эта выставка ретроспективная. Она носит название «Цветочный вальс». Здесь есть работы и 20-летней давности, и совсем новые, созданные специально к вернисажу. В основном в галерее «Парабола» Эльза Калюжная представляла работы, выполненные в технике батика, ручной росписи по ткани. Это палантины и шарфы. А на этот раз художница презентовала свои классические живописные работы. Они очень как бы простые и понятны для обычного человека. То есть очень реалистичные, живые такие. Ну вот все, что мы наблюдаем в природе, вот у нее отражено. Все наши цветы на даче, там, у знакомых где-то. На полотнах в основном цветы. И это неудивительно, ведь около 40 лет Эльза Васильевна работала в цехе росписи тканей в Ивановском отделении художественного фонда РСФСР. За время работы на фабрике имени Зиновьева создала более 500 рисунков для ткани. У меня вот любимые ирисы, пионы, сирень люблю и рябину. Вот такие в основном, что ли, цветы. Вот то, что я люблю, что мне нравится. Тут, как говорится, одной левой рисуешь, вот, ну, как рыба в воде. Друзья и знакомые называют Эльзу Калюжную энерджайзером. Она настолько энергична, что окружающим только остается удивляться, как художница все и везде успевает, где черпает вдохновение и силы для создания новых работ, от которых веет такой теплотой и любовью. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.